Вода нужна всем, особенно в дни, когда в столице Кубани установилась сильная жара. На территории храма Рождества Христова обустроена надкладезная часовня в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» и освящена скважина с артезианской питьевой водой. На иконе изображена сидящая в купели Богоматерь с маленьким Иисусом на руках. Под купелью изображен водоем, наполненный животворной водой, а также люди, страждущие телесными недугами и духовными немощами. Все они пьют эту живительную воду и получают исцеление. Вода в источнике очень вкусная, и даже летом в жару остается прохладной. Поэтому, несмотря на жаркую погоду, у источника постоянно есть люди. В храм Рождества Христова за водой приходят не только жители юбилейного микрорайона, специально приезжают из других округов Краснодара. Воду берут про запас, используют дома для питья и приготовления пищи. Набранная из скважины вода может стоять очень долго и не портится. Благодарим всех, кто принимает активное участие, оставляя пожертвования на необходимые работы по техническому обслуживанию скважины.